Думаешь, коты видят лучше? Да. Получается, они вот так вот могут смотреть и вот все, что мы сейчас не видим, видеть. Видит, да. А? Ты читала про это? Да. Они видят во много-много раз. Не знаю точно, во сколько они будут утверждать, но они во много раз видят больше, лучше, чем мы. Может, нам надо было с собой... У них ночное зрение. Может, нам с собой кошку надо брать? Да. Какую-нибудь или кота. И прикреплять ее мозг каким-нибудь бейджером к нашему мозгу. Нет, зачем? Вот впереди велосипеда посадить ее и пускай едет. USB воткнуть в ее мозг. Узнаю созвездие черепахи. Где? Ты его не увидишь, он такой маленький. Там такие рядом много маленьких звезд. Вот рядом с этой большой, которую ты сейчас видишь, камеру, он как бы правее и ниже. Не. Черепахи? А так малышка. Ты так не видишь. Да, ничего не видно здесь. Одна тема. Кстати, в камеру видно пару звезд. Кстати, да. Да, на самом деле не видно, я тогда уже. Да? Нет, я вижу прям в камеру звезд. Ну тогда. Ну вот эти не видно. Не видно. А вот это было видно. Это тоже не видно. Вот, видишь? Видно, да. Просто мы когда в пустыне были, я же там снимал эти звезды. Mm-hmm. И ничего там вообще не снялось. Одна темень была и все. Так, ладно, будем двигаться дальше. Друзья, в общем, вот такая темень у нас. Абсолютно не видно, куда здесь ехать. Куда-то, где-то здесь дорога есть, но где она есть? Но я имею в виду не вон ту трассу, там у нас трасса внизу проходит. Машины ездят. К сожалению, эта трасса тоже темная, потому что фонарей нету, чисто машинное освещение и все. Вот, поэтому мы туда не выходим, едем сейчас по внутренней дороге, а внутренняя дорога вот здесь вот идет. Но видно здесь, конечно, очень плохо все, и главное, непонятно в какую сторону. Ну, будем держаться этой трассы и как-то сейчас попробуем добраться. Так, пока все. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.